Там же в Пятерочке я сегодня купил, ребятушки, собственно говоря, я туда сегодня за этим и поехал, для того, чтобы там купить престижные, не боюсь этого слова сказать, вот такие вот суперские и самые, наверное, одни из лучших, вот, среди лучших консервы взял. Доброфлот называются, вот, спасибо, что выбираете качество. Сельдь натуральная с добавлением масла, она еще бывает, сельдь натуральная, без добавления масла, но сегодня я вот взял с добавлением масла. У меня еще очень много консервов там в тумбочке стоит, я вам все показывать не буду, очень много, уже полная тумбочка. Чего только нет, и сардины, и васи у нас, и это самое, и скумбрия, и это вообще, и селедка. И вот сегодня я селедку купил, и вы не поверите, совсем вот недавно я за эту сельдь Доброфлот в Магните, в магазине, Тандер, Магнит, отдавал что-то рублей 80 за банку, видите, как дорого. А в Пятерочке... Сейчас на эти консервы сельдь, Доброфлот, проходит акция. Они очень свежие, вообще свежее не бывают. Знаете, когда их сделали? 18 января 2020 года. Видите, какая у меня свежая партия. 18 января 2020 года сделали. А срок годности 3 года. И вот акция на них проходит в Пятерочке. И вот совсем недавно они очень дорого тоже там стоили. А сейчас знаете, сколько цена за банку? Ну, скоро эта акция уже кончится, поэтому вы, наверное, не успеете уже. И цена за банку составила всего лишь 49 рублей 99 копеечек. Ну, грубо говоря, 50 рублей за банку. И поэтому вы не поверите, я сегодня таких купил, знаете, сколько? Целых 10 банок. Поэтому, ох, сейчас будут завидовать. Вот такая селедочка. Вот сейчас я вам покажу, ребята, поближе. Чтобы вы видели, какая она свежая. Она очень полезная, можно по банке в день съедать, и вы будете здоровы. Вам даже рыбий жир не надо пить, потому что там все и так есть. И очень вкусно, и полезно, и сытно, и душу отведете, и получите омегу-3. Короче, все компоненты там есть, вот, вообще, а тем более, кто рыбу любит, для них это вообще будет райское наслаждение. Сайра тоже хорошая, сардина, вот, ну вот сегодня селедка, на селедку была акция, а на сайру, на сардину очень дорого. А другие фирмы мне не особо нравятся, вот красную цену взял вчера, а скумбрию попробовал, там воды больше, чем рыба, и это самое соленоватое очень, такая суховатая, жестковатая. А вот эти вот хорошие консервы. Доброфлот, поэтому вот, не скупитесь, покупайте вот такие консервы, это не реклама, просто это правильный мой выбор. Да, они дорогие, престижные самые консервы. Еще 5 морей хорошие очень, вот, но на 5 морей акции что-то я ни разу не видел. Бывают, может, редко, а на эти часто бывают акции. Видите, какие свежие. И смотрите, ребята, вдруг вам сейчас плохо будет. Сейчас я вам покажу, сколько я сегодня понабрал. 10 банок! Если не верите, сейчас я вам покажу. Целых 10 банок! Это охренеть можно. Ох, сейчас будут меня ненавидеть опять завистники. Смотрите, ребята, 10 банок, если не верите. Так вот, раз банка. Видите, раз банка. Так вот, вторая. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот, 7. Вот, 8. 9. Вот, 10 банок, ребята, 10 банок я сегодня купил. Вот таких вот консерв. Вы видите, ребята, вообще, вон какие. Свежие. И видите, не булькают. Это говорит о том, что там масло минимально и битком одна рыба набита. Вот поэтому я эти консервы за это и люблю. И видите, у них всегда все выбито. То есть здесь уже никак не подделать и ничего не затереть. Вот, поэтому и с ключом очень удобно открывать, и быстро, и вообще здорово, хорошо они всегда открываются. Ну, вот такие вот консервы, 10 банок, вы представляете, и то я жалею, надо было больше понабрать. Вот эти вот консервы на 500 рублей я взял, видите, на 500 рублей. Поэтому спасибо вам за ваши донаты, мои хорошие, заходите почаще на мои стримы, и вообще всем донатерам огромное спасибо за то, что вы мне помогаете. Вот, 10 банок я взял, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 10 банок, видите, таких вот консерв, на 500 рублей, вот. И вот хочу показать, в Магните я покупал сельдь совсем недавно, но там вот какая сельдь, посмотрите, ребята, тоже Доброфлот, но уже видите, какая другая этикетка, вот, другая этикетка, тоже свежий, в феврале 20-го, видите, сделали, вот. А видите, какая другая этикетка, вот в Пятерочке вот такая вот желтая, а тут какая-то синяя, думаю, а в чем разница, вес такой же. Тоже тихоокеанская натуральная, и это тихоокеанская натуральная. Оказывается, это вот натуральная, как бы безо всего, а это вот в масле. Видите, написано с добавлением масла.
Вот с добавлением масла. И в магните что-то я рублей 80 отдавал, да, за нее. Там плюс-минус с копейками. А это вот сегодня акция была по 50 рублей. А так она стоит очень дорого. А езжайте в сельскую местность, вы вообще такую не найдете. Ферму там. А если найдете, то она будет рублей 100 стоить с лишним. Там дешевле 70, наверное, консерв хороших нет. Вода одна. А это вот хороший. Вот, короче. И это еще не все. Давайте я уж похвалюсь перед вами. Покажу вам, сколько вообще у меня всего консерв. А то вы скажете, что я вас обманываю. Давайте я вас подразню. Вот я сегодня 10 банок купил Доброфлота, да? 10 банок. Селедки вот на 500 рублей, да? Вот, давайте мы их отложим. И вот сколько у меня осталось, вот, с того раза. Вот, это 11 банка. Сейчас я вам покажу, подразню я уж вас. Вот, еще у меня есть сардина и васи, вот, запечатанная. Вот, посмотрите, сардина и васи даже у меня есть. Ох, сейчас завидовать будете. Это вот я вчера купил две селедки, вот, это самое, в пятерочке. Две селедки я купил, это вчера. Вот. И вот сардина и васи, посмотрите, как много сардина и васи у меня. Это охренеть можно, ребята. И я еще скоро поеду, еще понаберу всего побольше, чтобы консервов дома было. Вот, ну, много у меня тут всего еще. И как горы у меня есть, и масло подсолнечное, золотая семечка, и кабачковая икра, и макароны, и доширак, и сахарного песка много. Короче, всего много, и бананов, и всяких продуктов, полный дом. Вот, поэтому вот завидуйте молча. Чего только нет. Ладно, все показывать я вам не буду. Здесь и кагоры, и изюм. Чего только нет у нас, чего только нет, ребят. Вот, смотрите, сколько у меня консервов. Так все я достал консервы, а то может где-нибудь еще спрятаны. Вроде все. Вот. И это еще не все, ребята. Они очень быстро у нас уходят. Вот, 10 банок. Это вот сегодня я купил, да, селедки. Вот 10 банок. И вот это самое. Вчера я покупал 2 банки селедки. Вот. Это вот с того раза из магнита. Так, давайте посчитаем, как нам считать-то. Сколько у нас всего селедки? Давайте посчитаем. Вот смотрите, 10 сегодня купил, 10, так вот, 11, 12, 13 банок селедки, да, 13 банок, 10, да, 13 банок. И это самое, сардины и васи, это вот престижные очень, дорогие консервы. Вот раз банка, 2, 3, 4, и 6 банок вот сардины и васи. Итого всего получается, так, смотрите, 10, 10, так, 2, 2, подождите, так. Так, 10, 10, вот, 11, 12, 13, вот, 14, 15, 16, 17, короче, 19 банок всего вообще, вот, охренеть можно, вот столько всего, видите, вот такой вот я бомж, а вы говорите, ребятушки, так что завидуйте молча, вот, как-то так, мои хорошие.